В Свердловской области подтверждено 5 случаев заражения штаммом омикрон. Помимо этого, уже неделю медики фиксируют рост количества новых случаев заболевания коронавирусом. Если в середине прошлой недели за сутки зарегистрировали менее 400 новых случаев, то уже в субботу их было более 600. Затем следовало незначительное снижение. Сегодня в Свердловской области COVID-19 выявлено 597 человек. В Первоуральске за 7 дней дважды было зафиксировано 22 новых случая заболевания. Сегодня диагноз подтвердился еще у 8 горожан. Евгений Куйвышев на фоне нового роста заболеваемости COVID-19 поручил усилить работу колл-центров и горячей линии 122. Губернатор подчеркнул, что регион стоит на пороге новой волны, поэтому необходимо оперативно принять меры. Уже ведется работа над тем, чтобы колл-центры могли одновременно принимать до 20 тысяч звонков. Еще одну из основных задач Евгений Куйвышев назвал активную вакцинацию, в том числе повторную.